Здравствуйте. Меня зовут Карина, мне 38 лет, я уроженка Химок. Воспитываю двоих мальчиков, одному 11, другому 4. Многодетные мамы, предприниматели и педагоги. Здесь девушки и женщины разных профессий и разного социального статуса. В Химках стартовал кастинг на второй ежегодный конкурс красоты и таланта «Мисс и Миссис Химки-2024». Отборочный тур провели в коворкинге «Старт». За право выйти в финал боролись 17 претенденток. Главная цель нашего конкурса «Мисс и Миссис Химки» – показать образ женщины, современной женщины, которая успешно совмещает материнство, работу, творчество, благотворительную деятельность. Наш конкурс – это не конкурс красоты в классическом понимании. То есть нам важно не только то, как выглядит наша участница, внешние данные – это не самое главное. В составе комиссии победительницы всероссийских конкурсов красоты, а также депутат городского округа Инна Монастырская. Сегодня уникально радостный день. Встретить здесь так много химчан, девушек прекрасных, невероятно красивых, как и внешних, так и внутренних, счастливых мам, которые занимаются со своими детьми, развивают их, девушек, у которых прекраснейшее образование, у многих не одно, огромное количество увлечений. То есть видно, что это люди очень целенаправленные, люди, которые доводят все свои идеи и желания до самого конца. Каждая участница подготовила мини-визитку. Это рассказ о себе, своем образовании, деятельности, увлечениях и, конечно, семье. У меня двое дочек, младшие 4, старшие 15 уже. Работаю я воспитателем уже 8 лет. У меня сейчас детки маленькие. И это своего рода подготовка к финалу, ведь там участницы тоже должны представить себя. Их ждет традиционный выход, визитка, творческий номер и, конечно же, дефиле в вечернем платье. Юлия Маковецкая опыт участия в подобных конкурсах уже имеет. Делится, что для нее это прежде всего вызов самой себе, а еще возможность раскрыть свой талант. Те эмоции, те чувства, которые мы получили от этого конкурса, тот драйв, он заводит тебя, и ты уже остановиться не можешь. Я после этого пошла и прошла уже не один конкурс красоты и не планирую останавливаться. После знакомства с участницами всех ждал мастер-класс по дефиле от организатора мероприятия, многократной победительницы международных конкурсов красоты и таланта Елены Тараненко. Правая, левая, зафиксировались, повернулись, и правая, левая. Умнички, похлопали. Конкурс красоты проходит при поддержке администрации Химок и отделения Союза женщин России. Финал состоится 30 августа на базе многофункционального социального комплекса «Восход». Шоу приурочат к 85-летию городского округа Химки. Мисс Химки 2024. Юлия Самошина, Елена Тараненко, Руслан Сафин. Новости Химки ТВ.